Сегодня мы находимся на автодроме Сузука Твин в префектуре Мия, недалеко от Нагои. Это не тот автодром Сузука, который в Формуле 1 использовали, он немного поменьше. На самом деле тут два маленьких трека. Один обычно используют для дрифта, вот он. А другой для гриппа, для кольцевых гонок. И если все пойдет хорошо, то сегодня мы увидим первый заезд Джимми Кинокуни. Если вы не понимаете, о чем я говорю, эта тачка была в видео про автосалон. Машина производства Кинокуни, производителя запчастей. Им нужен был демонстрационный автомобиль для показа запчастей, поэтому они построили вот это. По сути, это кузов Джимни, надетый на самодельную трубчатую раму с движком SR20 и подвеской от Сильвии. По сути, это очень короткая Сильвия. И если не считать пары пончиков, сделанных перед их мастерской, это будет вообще первая поездка. Также сегодня тут тренируются кое-какие пилоты из Формулы D в преддверии этапа на Сузуки, и на них мы тоже сможем глянуть. Для первого заезда неплохо, подвеска классная, очень хорошая, аморты отличные. Думаю, в целом все хорошо, только над движком чуть поработать. Надпись: мы все страдали от аллергии на пыльцу и сенной лихорадки. Еще сцепление провалится, что со сцеплением, может его настроить можно? При клатче колеса не прокручиваются, и мне кажется, сцепление тому виной. Помимо давления топлива только, да? Есть датчик давления топлива? Крепко держа. Колеса не сорвать. Давай по-английски. Ой, извини, то ли блокировка, то ли сцепа буксует. Иногда машина вообще не едет. Какая-то странная фигня. Джимми сейчас надо немного подлатать. Давайте вместо этого посмотрим на тренировки этих парней. Шейна, а что случилось? Слушай, я точно не знаю, сорвало патрубок с радиатора, немного перегрелся, надеюсь, прокладку головки не пробило. Да все нормально должно быть.
В общем, у меня есть один круг. Блин, жопа слишком здоровая. Ладно, поехали. Дёрганый-то, а? Крутяк вообще! Так круто! Где мне остановиться? Слушай, мне сказали, ты чуть не улетел. Да это, походу, пропасть из зажигания виной. Понимаю, да-да-да. Да мне хватит нормально. Слушай, я не знаю, в чем проблема. Ладно, не хочу сломать тачку, и тормоза какие-то странные. Но все равно круто. Извини, что всего один круг. Слушай, очень круто. Че, понравилось? Да вообще невероятно. Да, весьма безумная штука. Она просто... А потом зад, и потом все прекращается. Да, все останавливается. А ты такой, а я вот туда хочу, а она так... Ну да, типа того. Вообще охрененно. Своеобразное ощущение. Угу. В общем, над настройкой, мне кажется, надо еще работать. Ну да, так она, ну вот так вот себя ведет. Ну вот. На голове из-за шлема бардак. Ладно, на сегодня мы закончили. Машина выжила. Было очень весело. Даже поверить не могу, насколько. Кто мог подумать, что такая тачка может так рулиться? Может, в следующий раз еще разок прокатимся. Но раз уж мы доехали до сюда, до самой Нагои, перед возвращением в Токио, я хотел бы побывать в еще одном месте. Итак, я в... Посмотрим, поместится ли логотип в кадр. В Liberty Walk. Я приехал сюда по следующей причине. Не только из-за того, что это все мне по дороге, и машины тут крутые. Я тут, чтобы забрать Lamborghini. Я с Киситани из Liberty Walk. Мы перейдем дорогу и заберем новенькую Lamborghini. Да уж, по сути, гараж мечты. Разумеется, когда я куда-нибудь приезжаю, мне нужна наклейка. Ну вот и она.
Моя новая Lamborghini. Да не, не эта. Она здесь на самом деле. На самом деле это детская машинка Liberty Walk в кастомном розовом цвете. Она будет выслана в Норвегию для демонстрации на Gatebil. Сможете увидеть ее на стенде Drift Monkey. Перевод группы BMI Russian за его поддержку. Большое спасибо дрифт-команде, сервису Технокартель, а также лично Паше Бусыгину. Ссылки на его влог и инстаграм под роликом. Не забудьте подписаться.